В столице Верхней Волжи наградили дипломантов и лауреатов регионального фестиваля творчества среди журналистов и коллективов СМИ «Вспомним вместе». Этот праздник прошел впервые и был посвящен 77-летию Великой Победы. Местом проведения стал Дворец культуры «Пролетарка». Идея организовать такой фестиваль возникла еще 2 года назад. Началась серьезная подготовка. Однако все карты спутала пандемия коронавируса. В итоге возможность провести праздник появилась только теперь. И это очень символично сейчас, когда на юго-западных рубежах России происходят важные события, когда Запад сговорился сокрушить нашу страну. Когда мы помогаем Донбассу и Луганской республике, именно помогаем, стараемся навести и там порядок. Понятно, что от средств массовой информации очень много зависит. Люди ждут от вас правдивой, объективной информации. Среди участников фестиваля – председатель регионального отделения Союза журналистов России Дмитрий Фадеев, корреспонденты телеканалов «Тверской проспект», ВГДРК «Тверь», районных СМИ, участник телевизионных проектов «Тверской певец» Александр Евдокимов и многие другие. В исполнении конкурсантов звучали песни и стихотворения о Великой Отечественной войне. Были представлены тематические хореографические композиции. Со сцены постоянно вспоминали имена коллег, фронтовых журналистов, которые своим творчеством приближали День Победы над Германией. Уже спустя многие десятилетия их эстафету подхватили следующие поколения тверских корреспондентов. Среди них и наша коллега Ирина Чекунова, на счету которой много командировок в Чечню. Неудивительно, что она сразу же согласилась принять участие в фестивале. Даже не было сомнений. Во-первых, я пою, наверное, с малого детства, да, я когда-то выступала на сцене. А если здесь есть возможность объединиться нам, пишущим, снимающим журналистам, то почему бы нет? Я считаю, что это наш долг. Этот фестиваль четко показал, что современные журналисты являются достойными наследниками традиций великого поколения победителей. Это особенно важно в нынешних непростых условиях, когда для СМИ четкими критериями являются профессионализм и любовь к родине.